Сегодня матч был хороший. Бились, были одной командой. С того такой результат. Смогли поиграть на равных с Намадом. Ну, с такими командами всегда интересно играть. Мастеровитые, бросают с хитринкой. Это большой опыт, я считаю, для меня и для всей команды. Ну, стараюсь сильно не загоняться насчет матчей. Так, выхожу, играю, стараюсь, бьюсь. А так выделить какую-то особую команду у меня нету. Все на равных, все бьются. Спасибо нашим болельщикам. Смотрите наши матчи, болейте за нас. Спасибо.